Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер. Это новое видео по игре, карте приятного просмотра. В предыдущей серии мы сразились на мосту с ворами. А, получается, там был, по-моему, Гарум или как-то так его звали? Нет, не Гарум. А, да и, собственно, не важно. Суть в том, что он убежал. К нам пришли на помощь Алана и Иви. Элли. Вот. А, к нам они пришли на помощь, по сути, да и все вроде как. Вроде как все. Ладно, надо идти снова на арену. Выдавать там люлей. Получать свои... карту свою и предметы дополнительные. Кстати, карта такая же. Абсолютно. Как и в прошлой серии. Да я даже не знаю, я, наверное, просто постою. В этот раз я просто постою. Не вижу смысла в агрессию идти, как таковое. Поэтому подождем, пока они сами подойдут. Чтобы потом им вломить. По самое первое число. Они опять выстраивают свою сетку. Непонятную. Ни для меня, ни для них. Ну, в принципе, неудивительно. В этот раз сетка нарушена была. Так. Больно, но не смертельно. И здесь тоже будет сейчас достаточно больно. 90 хп, по идее, да? Нет, 70. Я почему-то подумал, что 90. Ну, не суть, ладно. Суть в том, что было больно. Достаточно. Так, ладно. Давай посмотрим, что мы можем реализовать здесь. А реализовать мы можем следующее. Следующее. Так, ты идешь сюда. Ты его не пробьешь. Потому что дофига урона получил. Так, ладно, что мы можем реализовать тогда другое? А другое можем реализовать вот так. На 70 хп. Бум. Теперь, по идее, ты его должен схватить. И поломать чуть-чуть. Вот, другой разговор. Здесь далеко ходить не нужно. А, точно, тебя ж пробили. Ладно, окей. Окей, есть другой вариант. Вариант следующий. Миксуем, добавляем сюда лонг. 63 хп. Ну, в принципе, почти сотня будет. Где-то хп 80 мы снимем сейчас. Ну, может быть, не 80, конечно, но... 70 точно снимем. Ну, должны, по идее. 74, ну, как я и говорил, в принципе. Бум. 26 хп осталось. Бьем сюда на 92. Удивительно. Урон прям ужасный. Ужаснейший урон, я бы сказал. Так, что мы можем, А мы ничего не можем, мы не достаем туда. Это, скажем так, будет больно нам достаточно. Но мы можем немножко снизить этот урон. Вот таким образом. Просто постуков противника. Скажем так, тоже неплохо. Просто постукать противника. Так, что еще? Ну, выводим наших. А вот это было опасно на самом деле. Да, очень опасно. Закрыть его нам не удастся, наверное, да? Мы его, скорее всего, сейчас потеряем. Ну, тогда плюем сюда. На 90. Окей. Так, ну давай, противник, ходи. Мы посмотрим на то, что ты можешь. Ну, скажем так, это было очевидно, то, что он будет хилять. Обидно, конечно, но было очевидно. Ну, тут я тоже не удивлен, в принципе. Это тоже было очевидно, что кто-то придет его добивать. Ты серьезно? Может, не надо? Ну, это, кстати, минус. Блин, обидно. Так. Окей, ладно. Нас немножечко подмяли. Ну, как сказать, немножечко. Достаточно серьезно нам побили лицо. Достаточно серьезно. Ладно.
Так, стоп, подожди, я что-то не так делаю, это очевидно. Вот, вот теперь все верно. Ага. А где наша кукла? А, ее же убили. Да. Кстати, мы здесь, походу, проигрываем. Угу. Достаточно серьезно, причем проигрываем. Блин, мне бы соточку хила вообще бы не было никаких проблем. Вот честно скажу. Ладно, давай подумаем, что мы можем реализовать. Так, плюнуть в куклу. Ага, мы до нее не дотягиваемся. А так. Дотягиваемся, но смысла в этом немного. Надо сейчас придумать что-нибудь. Например, вот так. Надеяться на то, что наш попадут. Да, отлично. Наш попал. Так, далее. Далее. А далее что? А далее нам больно только делают. Достаточно больно. Куклы могут теней лупить, но... Не знаю, насколько это выигрышно будет для нас сейчас. Не, ну в принципе избавиться от теней это хороший вариант. У нас основной тип будет меньше страдать от этого. Но мне кажется, что это недостаточно сильный урон. 65, ну давай. В принципе. Избавляемся тогда еще и от куклы. Хотел сначала похилять нашего темненького типка, но, похоже, не получится ничего. Не в этот раз, видимо. А, ну мы можем его закрыть, кстати. Нам это как бы сыграет только на руку сейчас. Или просто убить. Нет, убить у нас не получится, урона не хватит. Ты подойти не сможешь. Ну все тогда. Дальников у них мы поубирали. В принципе, нормально. Я думаю, далее никаких проблем не возникнет. Единственное, сейчас вот этот хил, но этот хил потом нивелируется. Мы его заплюем. Блин, у него только второго класса ребятки остались. Это минус. А, нет, я думал, он куклу бьет. Странный тип. Ну ладно, окей. Если бы куклу ударил, убил бы куклу. Но куклы без него убивают, в принципе, ладно. А теней-то еще есть у них. Да, не очень ситуация. Но не плачевная, скажем. Выглядит не так сильно плачевно. Так, ну кукол у них нет, значит основной тип лупим. Не, да. Скорее основной тип лупим. Потому что так хоть какой-то урон появляется. Ну ты его не убьешь. А, нет, убьешь. 92% тебе достаточно, чтобы убить его. Так, у тебя сотня, у тебя тоже сотня. 92 хп. Ну, подойдет, в принципе, урон. Не сказал бы, что все плохо было. Вопрос такой интересный. А ты у нас подойдешь? Да, спокойно, без напряга. Давай тогда ты его убивай. До свидания. А ты давай его убивай. Остается один энчантер. О, энчантер. Инскриптор. И мы его сейчас убьем. Он по-любому пойдет сейчас на нашу тень. А, он просто не стал ходить. Забавный малый. Похоже, в этот раз ему не доложили текстов на атаку магическую. Окей, я понял. Не, такое тоже бывает на арене, когда противник не может нас атаковать, но это немного странно. Окей, ладно, заплевали его. Подошли безголовым, ему по голове стукнули. Ну и Лакрима его достукает. Кстати, к поражению это было довольно близко. Но мы победили, это самое главное. Что мы с этого получаем? Шлем для первого уровня. Мирового древа 2 штуки. Мифрила 5 и шелка 12. Вполне. Могло было быть хуже. Например, одно мировое древо, там троечка мифрила и где-то девяточка
шелка. Ну, такое бывает время от времени. Ну, ладно, окей. Так, поехали дальше. Командир Виджиланс. Римсон рассказал нам план. Первая группа разместится у первого пруда. Из прудов трех листьев. Вторая группа нападет на второй пруд. И оттеснит врагов к третьему пруду. Затем Римсон и рыцарь очистят остальное. Лидер первой группы Дюран – воин святыни. К нему присоединятся Токс, Алана, Мисти и Поша. А лидер второй группы Лакрима – воин святыни. К ней присоединится Трой, Кун и Бэкстейл. Не думаю, что их стратегия плоха, но почему мое имя нет в списке? Это шанс быть свободным от моего отца. Я не хочу идти домой. Ну, или как обычно. Римсон, назначь Бака в другую группу, не мою. Трой будет единственным создающим фантомов, если я заберу Бака. Я не доверяю Бэкстейлу. Нам нужны люди, не доверие. Но Лакрима лидер, она не хочет его... Ну, видеть, естественно. Не так вы готовитесь к битве. Если Лакрима использует силу, я не возражал бы иметь Бэкстейла на своей стороне, в нашей группе. Я не могу. Тогда уложено. Трой прав, это не похоже на тебя, извини. Тогда я за. Не будь со мной скупой. Не забудь, я в ответе. Я сделаю все, что вы скажете. Ох, не нравится мне этот Бэкстейл. Не, ну, в принципе, он себя неплохо показал в прошлый раз. Ну, в прошлом сценарии. Но все-таки. Вы знаете, он не сделает фантомов. Мне пришлось сказать, или бы он оспорил. Я думаю, вы двое были друзьями. У нас война. Я не хочу умирать. Что насчет Аланы? Она не может создать их. Это не вам решать. У Римсона свои причины. Я знаю, но... Бак может драться. Он будет отличной подмогой. Но Поша в другой группе. Мне жаль Лакриму. Это, вероятно, лучше для нее. Нет, это, вероятно, лучше для всех. Трой, конечно, странный тип. Очень странный. Это неправда. Я прикрою ее. Это то, что я имел в виду. Нам лучше отправить ее к родителям, пока не попали в серьезные неприятности. Ее родители просили меня позаботиться, я присмотрю за ней. Да что будешь делать, когда она будет в опасности? Не говори, что втянул себя в опасность, что просто защитишь меня. Я не вижу, почему уж это было неверно. Ты серьезно? Я похож на шутника. А хватит быть героем, вас убьют как вашего отца. Все определено Богом, тебе не понять. Она не понимает, что я чувствую. Что? Ничего. Время уходить, парни. Да. Я ненавижу вас. Думаешь, ты скучаешь почему-то? Лакрима воин святыни. Новые члены Виджиланс — единственная вещь, которая не изменилась. Это дом и мышь. А какая мышь? Элли тоже хочет идти с нами. Ну, в принципе, окей, ладно. Пускай будет так. Но она же такая же бесполезная, как и Кун, по сути. Ее только... Ее путь, ладно. Ее только собирать-то только в атаку мечом, насколько я помню. Она же прям совсем бесполезная. Так же, как и Кун, она особо... карте пользоваться не может. Как они добрались сюда? Где они прятались? Владение графа посреди обоих стран... Это было легко. Трой, ты проверил врага? Я не видел Закура, но я распознал шестерых из них. Это значит, Мисти можно доверять. Я чувствую лучше. Лакрима не верила Мисти. Как я, но все еще есть вероятность, что это ловушка. Все готовы? Звук колокольчика святыни — наш сигнал. Наша группа и Дюрана... Наша группа и группа Дюрана атакуют воров. Воры бегут к пруду и атакуют группу Римсона. Надеюсь, Поша в порядке. Алана, Дюран и Токса здесь... Алана, Дюран и Токса здесь. Я доверяю им. Вы ужасно любите его. Он сделал ей комплимент вчера. Ты что-то сказал, Кун? Что? Ничего. Ты просто ревнив. Заткнись, Трой. Ага, ага. Колокол зазвенит когда угодно. У нас может быть только... Только четыре? Ну просто постарайтесь. Нет, пятеро. Пять людей? Почему-то не вышло. Больше нет смысла прятаться, дитя. Как долго ты знал, что я буду тут?
Минуту. Что она здесь делает? Следи за языком. Это так ты говоришь, леди? Ты идиотка. Леди не пришла бы сюда. Угу. Зазвенел колокол. Есть сигнал. Лакайма, что нам делать с этим ребенком? Нам надо двигаться. Трой, позаботься о ней. Сначала Поша, теперь эта ненавиженная нянчица. Убейте воров сколько сможете, но не преследуйте их очень далеко. Не могу, если слежу за ней. Ты так груб. Ты образованный человек. Еще одно слово, и я оставлю тебя здесь. Хватит драться. Это война. Заткнись. Заткнись! Что я сказал? Так, ну окей, опять битва при трех прудах. Битва у прудов листьев. Трех листьев. Ну окей, ладно. Только мы уже находимся немножко с другой стороны, если я правильно понимаю. Окей, окей. Условия избавиться от воров. Ну, конечно, в принципе. Давай со... Ну, ладно, окей. Это, конечно, глупо с моей стороны. Ох-хо-хо-хо-хо. Лизар уже появились со стороны противника. Неприятно. Неприятно. Максимально, кстати говоря, неприятно. Голем и Лизара, а у нас только Майлсы. Ладно, окей. А мы могли нормальную такую армию собрать сейчас. Да, големы у нас появились, мордоры и големы. Окей. Тогда следующее дело делаем. Оборудование. Она также треть Диранга. Да и не надо никуда идти. Ты класса Е вообще, да? Ужасно. А ты у нас... Бэкстейл. Возможно, ты и неплохо. А, ты класса Б вообще. Темный меч, ой, темный топор. Ну, фиг знает. Азена Хелмет. Может, тебе второй поставить? Пока что. Ты вроде бы не бесполезный тип. Вместе с Куном вы должны что-то там сделать. Я думаю, так нормально пойдет. Бэкстейл, ты тоже, по-моему, да, вызываешь фантомов все правильно. Ну, давай попробуем передвигаться и ставить фантомов. Как пойдем? Пойдем, наверное, через левую... Так, с правой стороны есть что-нибудь? Нет. Тогда пойдем через левую сторону всеми. Бэкстейл, ты сюда дуешь, а призываешь основного голема. Замиксуй его с чем-нибудь, типа камня. Угу, нормально, пойдет. Так, Кун, ты защищаешь здесь Бэкстейла. Лакайма. Лакайма у нас может ничего. Буквально. Трой у нас может создавать также фантомов. Создавай тогда куклу голема. И также добавляй к нему стоун тоже. Как мы резко перескочили от одного уровня к другому. Да. Элли, конечно, достаточно сильный герой. Ничего не скажешь. Ну, я думаю, мы как-нибудь выкарабкаемся из этого всего. Сколько у нас големов получается? Ой, големов, фантомов всего. 2, 4, 6, 7. 7 големов. Не големов, фантомов. Извиняюсь. Почему-то я их големами называю, ну, не суть. Мне вот интересно, они будут кого-нибудь призывать? Ага, понятно, магия. Лед. Не очень, конечно, приятно, но я думаю, не смертельно для него. Ну да, это было близко, но не смертельно. Целая куча сундуков. Уф. Надо бы все повскрывать. Мне кажется, что тут что-то полезное будет обязательно. Так. Опять магия. Такое вот раз землетрясение. Эзерквейк. Ну, это уже не сильно опасно. Мы, кстати, здесь достаточно много потеряем, мне кажется. Ну ничего, перед следующей битвой мы получше подготовимся, и все будет прекрасно. Так, 40 хп, неплохо. Бум. Мимо. Ну точнее, он просто не пробил. Скорее. Почему у меня ощущение, что он стоит на возвышении? Потому что он стоит на возвышении. Все легко и непринужденно. Он просто стоит на возвышении. Кукла, ты добьешь его? Ну, просто интересно. Нет, нет.
Также нет, ладно. А ты? Безголовый. Ну, безголовый добьет. В принципе. Бум. До свидания. Второго уровня. Так, а что у нас по трое? Трое доползает, да? Ну, кстати, больше не может никого призывать. Замиксуй. А, нет, этот огонек лучше не надо призывать. А почему мы не можем вот, например, это и это использовать? Интересно. Ладно, Stone Air. Ой, Stone Fire. Добавляем к нему Сик и Гоблин. 44 урона. Ну, в принципе... Нет, пожалуй, нет. А, стоп, ты же не можешь голема призвать, точно. Тогда да, все верно. Нет, погоди, давай сначала посмотрим на то, от чего он не может защититься. Ну, от огня и от земли он защищается одинаково. Ну, тогда, в принципе, какая разница, чем его лупить? Тогда нет разницы, чем его лупить. Ну, давай тогда это будет также Stonefire. Да, в принципе, то же самое выходит, тоже на то же. О, Blast мне нравится побольше. Но урон все равно такой же сохраняется. Неприятно. Ну, пофиг, ладно. Пускай будет так. Бум, поджог. Мне кажется, что мы потеряем вот этого... Вот эту куклу. Ну, честно говоря, пофиг на нее. Не сильно большая разница для меня сейчас. Но потеряем и потеряем. Я, в принципе, ее в бой могу и вывести для того, чтобы ее потерять. А что так больно? Да, она умрет. Ну, та на первом уровне, эта кукла. 25 на 30. Да я даже не знаю, что-то. Сомнения меня берут на эту атаку. А мы можем достать, интересно, хоть чем-нибудь. В принципе, там есть радиус на 4, который увеличивается. Но у нее, в принципе, с магией не очень дела обстоят. О! Ну, придется мифрил потратить. А, мы все равно не достаем, да? А ты, Элли... Может быть, у тебя хорошо с магией обстоят дела? А, нет. Я как и думал, в принципе, она бестолковая. Ну, ладно, 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 ладно. Окей, давай лупить тогда его. Да, конечно, неподготовленными в бой тит сильно. У меня могут быть проблемы в этом бою. О, он не убивает уже куклу. Да, 3 хп оставили ему. Ну, хоть какое-то количество хп осталось. Ладно, давай тогда двигаемся вот так. Вот если бы там, наверное, вот этот безголовый... А, нет, безголовый нам не мешает. Ладно, окей. Ходить. Почему я не подготовился к этому сражению, непонятно. А, ладно, не суть. Так, вор, ну, в принципе, ты делаешь очевидные вещи, я не удивлен. В принципе, я не удивлен. Мне не нравится то, что у них лизары уже появились. Рановато, по-моему, у них лизары появились. Так, трое у нас может призвать теперь кого-нибудь. Поэтому дадим ему возможность это сделать, я думаю. Убей его. Молодец. Мы трое так-то немножечко клеточку освободили. Получается, куклу мы также создаем куклу, но при этом создаем какую? А, нет, не куклу, тень мы создаем. Голем и тени. Добавляем тебе... Что? Вандер? Да не знаю, даже хард может быть. Я как таковых усилений-то не особо вижу. А, скорость добавляется на 10. Ну, давай тогда скорости добавим, что ли. Вот, жалко, нельзя на нисходившего, точнее, сходившего уже оборудование поменять сходившему. Во. Так, теперь ты, Бэтчстейл. Бэтчстейл у нас, наверное, призовет какому-нибудь, даже не знаю... Мордор. Да, пускай Мордора призовет. Класса Си. Основного типа.
Приходится довольствоваться тем, что есть. Майлз, 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 давай куда-нибудь пока сюда сныкайся. Мне кукол надо побольше впереди иметь. Достаточно много, потому что там... Все-таки куклы и тени. Но основной тип и куклы. В принципе, у нас есть герои там поблизости, поэтому это не проблема. Но меня до сих пор смущает тот факт того, что у них есть Лизаро. А вот это неприятно. Лизаро очень быстро бегает, на самом деле. Вот почему они меня, собственно, и смущают. Если бы они так быстро не передвигались, вопросов бы никаких не было. Но они очень сильно быстро двигаются. На большие территории по карте. Ладно, я думаю, как-нибудь сейчас справимся. Призывы еще будут? Да, конечно, будут. Еще бы их не было. Тени не хотят ходить. Вот это меня... Это не тени, а големы не хотят ходить оттуда. Вот это меня смущает больше всего. Ну да, ладно, не суть. Я думаю, как-нибудь переживем. Сейчас туда ворваться, магии засандалить туда побольше. Прям вот сюда вот, в центр. Надо, правда, подготовиться сначала перед использованием. Ветер. Естественно. Вода. Ну, блин, тоже естественно. А, ну тут как бы три воды и один ветер. Ветер с водой бы с чем-нибудь сочетать, и все. Скажем так, им шляпа. Вода. Нет, вода на широкую территорию нужна. Большая вода. Нет, это уже хил даст. Мне бы радиус повысить. О, это радиус повысит. Отлично. Но мало. Мне бы побольше. Хил. Это, конечно, хорошо. Не, глупость. Это глупость. Давай тогда как-нибудь вот так стукать будем. Нет, к основному типу смысла нет идти. Ну, и основным типом кукле... к кукле. Всех собрал. Ты его не убьешь все равно, поэтому бей. Ага, окей. Окей. Не, но все-таки магию сюда нужно применить. Возможно, даже огонек. Ну там тоже радиуса никакого нету. Тут меня смущает. О! У нас появилась эта магия, наконец-таки. А, мы еще и миксовать ее можем. Класс. Клево. Ну... При условии того, что она, конечно, капец какая слабая, вот это меня немножко смущает. Ну а так, ну в принципе... Ну с этого мы что-то да поимели все равно. Хотим мы этого или нет, но мы что-то с этого поимели. Слабо, конечно. Согласен, но... Зато атакуем по площади. В принципе, это уже радует. Если бы не атак по площади, я бы, наверное, задумался над использованием. Теней вблизь подпускать нельзя, это опасно. Основной тип можно. В принципе, у них там одна тень всего. Так, ну и еще основного типа сюда добавить. Так, Лакрима, вперед. Элли, вперед. Давай посмотрим, что из этого всего выйдет сейчас. Мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. Можно было бы что-нибудь посерьезнее стукнуть их. Ты дальше призываешь, да? Угу. Еще одного Лизара призвал. Ты умираешь, кстати. Молодцом. За любой кипиш, кроме голодовки, похоже, парень. Ай-яй-яй-яй-яй. Вор, ты зачем пришел? Чтобы использовать огонек? Сволочь. Ну ладно, окей. Как-нибудь переживу я это.
в этот раз. Но мне крайне неприятно его действие. Но эти лизары пока стоят на попе ровно, меня все устраивает. Не. На основной тип полез. Глупый. Тут же было логично, что он тебе голову проломит. Идеально. Так, ладненько. Давай, кукла, дуй сюда. Ломай череп. Пробиваем черепундель. Тень. Из воды сильно... Нет, из воды он слабо стукнет. Да, он и так слабо стукнет. Трой, может быть ты? Трой слабенький, конечно. Было бы у него урона, побольше вопросов к нему бы не возникло. Но он достаточно слаб. А, ну, тогда так можно. В принципе, тоже. Окей. То есть здесь вообще никаких проблем нет. Так. Кун. Нет. Куна мало урона. Бочстрейл. Кстати, бочстрейл сильнее. А, нет. А, я понял. Это из-за того, что он в кустах воюет с ними. Если он будет находиться тоже в кусту, он сильнее ударит, похоже, да? 44. Ну, не то, что в кусту, скорее на одной площади с ним. Ну, ладно, окей. Кун слабо. Отсюда. Отсюда сильнее. Окей. Ну, мы потихонечку так-то приближаемся к победе, но сундуков мы еще не полутали. А вот это не есть хорошо. Кстати, наверное, выжечь здесь все. Хрену. А есть у меня чем выжигать? А как я в прошлый раз это сделал? Или это была земля? А, это, похоже, у земли была такая способность. Когда я увеличил диаметр взрыва. Ну ладно, неважно. Не будем тогда это дело делать. Мне кажется, мы там будем очень долго топать теперь. Ну ничего, дотопаем как-нибудь. Сундук надо вскрыть и взорвать две бочечки. Ну, естественно, мы первым делом сначала вскрываем сундук, а потом взрываем бочечки. Огоньком. Главное, вон тех воров всех не перелупить, а то капец будет. Будете выходить? Угу, не будут. Окей, ладно. Мне кажется, что сейчас к нам лизары подойдут. А, нет, вор будет ходить. Ну, это, кстати, минус. Безголовый. Обидно. Это минус безголовый. Ладно. Переживу как-нибудь потерю безголового. Мы, кстати, в этом бою достаточно много теряем. Достаточно много. Так, кун, давай ты. Ты оттуда вылезти не можешь. Эх-хе-хе-хе-хе. Нашли какой-то текст, окей. Голем-кукла слабо бьет. Этот вообще не доползает. Этот тоже особо там ничего не сделает. Давай, наверное, вот так сделаем. О, отлично. Ну, вот так и поджигаем. Так, в одной бочке было что-то. Серебряное копье. Ну, фиг знает. Фиг знает, не знаю, такая себе, по-моему, штука. Так, а сколько у тебя защиты от чего? Земля, огонь тебя бьют, да? Ну, в принципе, мы можем что-нибудь вытворить в этом плане. Это медицина, это не то. Так, это меня не интересует сильно.
Мировое дерево ты все равно объединять не можешь. Ну, на 46 хп. Кстати, неплохо, в принципе, по урону. Большой камень. Выглядит как атака по площади, но на самом деле атака на одного персонажа всего. Это вот обидно. Но выглядит как атака по площади, а это забавно. Ну, кун у нас сделать ничего не может, просто подойдет, ладно. Ну, в принципе, он в лесу стоял, что я хочу от него. Так, огоньком тебе садануть, наверное, да? Что-нибудь, что увеличит твой радиус. А есть у нас чем радиус-то увеличить? Нечем. Но мы и так задеваем, в принципе. Тогда окей. Так, далее. Теперь голем точно подойдет и убьет. А нет, не убьет. Все равно урона не хватает. Так, герои все подошли, да? Выползайте из лесу. Делать вам там нечего. Вы там ходить не можете нормально. Вы по воде ходите намного лучше, чем, блин, по лесу. Голем тьмы туда даже доползти не сможет. О, кстати, а мы его в любом случае убиваем. Не. Один урона не роляет в данном случае вообще ни разу. О, три урона роляет. Так, ну и все, получается. Ждем опять нападок от противника. Блин, все сундуки мы так и не полутаем. Такими темпами. Ну, кстати, было у нас бы побольше, мы бы, наверное, что-нибудь с этого поимели бы. Кукла-голем бьет куклу Майлса. Глупость какая со стороны их. Пацаны, а чё вы не ходите практически вообще? Ну вот Лизара вылезло. А это неприятно. Но мы уже тут как бы тут как тут. Основной тип пошел Лизара пинать по лицу. Больно и по лицу. Бум. Отлично. Так, что у нас здесь еще есть-то? Чем пинаться-то? Чем с ними драться, вот скажите мне, пожалуйста. Я тут напризывал, конечно, идиотизма всякого с нашей стороны, но... А, прикольно. Вот тебе и Лизара, в принципе. Тем самым. Окей, ладно. Так, кун. На куну тяжело передвигаться по этой карте, я понял. Так, а чего мы боимся? Воды, да? Земля... Вода. Ну, вообще, они оба боятся воды. Вода по территории. Наверное, вот это меня больше интересует. Ну, хотя бы 80 урона, в принципе, уже будет неплохо. 25-49, ну, нифига себе урона. Нормально так залетает по ним урона. Так. Кукла, а ты на сколько ударишь Лизара? На 14, да? Тень туда вести вообще нет никакого смысла. Мы только там озвездюлимся. Ну ладно, окей. Давай тогда сделаем что-нибудь вот в таком плане. Айс. Нет. Айс у нас будет не айс. Хотя, почему нет? Мы можем. Нет, Эзерквейк мне не нужен. Давай рок. О, на 40 хп. Ну, первичная магия. До свидания. Седьмого уровня, кстати, он уже. Нехило растет, парень. Там бочечки можно рвануть, сундучки полутать. Интересно, можно что-нибудь вытворить страшное? А, стоп, у нас же радиуса нет. Окей.
Тогда не вариант. Просто призови кого-нибудь. Там в основном куклы, поэтому давай основного типа еще призовем. Сюда. Да, если бы я, конечно, в начале игры не тупанул бы, то сделали бы мы это гораздо быстрее. Хотя нет, мне кажется, что мы так бы толпились. Так же бы толпились, абсолютно. Ничего бы сильно не поменялось. Ладно. Так, а как мне скрыть-то там сундучки? Их пропускать нельзя здесь, надо все бы сундучки вскрывать по-хорошему. Бочки, сундуки. Игнорировать магию? Блин, ну мы тогда можем дофига урона получить, если будем игнорить магию. Мне кажется, это будет, ну, крайне некрасиво с моей стороны, игнорировать их магию. Давай вот так, не знаю. Хорошо это будет, плохо ли это будет, не знаю. Ну, я так и думал, что урона там практически не будет. Но зато в бочках у нас текст. Короче, бьем фантомов и как-нибудь пытаемся получить сундуки. Вот и все. У меня других вариантов, в принципе, нет. Это как таковой единственный вариант в данном случае. Мне еще надо каким-то образом вон туда он провалиться. С магией, со всеми делами. Ну вот Лакрима туда, наверное, и пойдет. С големом основного типа. Мне кажется, это будет лучший вариант на данный момент. А вы тут, ребята, держать будете. О, сундук. Отлично, Бэтчстейл вскрыл сундук. В котором был жакет Огра. Ну, получается так. Ну, не знаю, ну, как минимум, я так предполагаю. Костер меняется водой. Ну, давай его потушим, окей. Вода, лед, окей. Давай потушим его. Требует места для эффекта. Окей. Не хотят тушить. Ну, давай вот так. По идее, потушим сейчас огонек. Или нет? Да, потушили. Но мне кажется, что туда... А, нет, можем встать. Нет, атаковать нет смысла. Это плохая идея. Я просто проверил, можем ли мы туда встать. Да, можем. Эх, Shadow... Блин, голем тьмы там вообще ни разу не нужен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Глупость. Глупость натворил. Давай еще немножко воды добавим. Ага. Как мы ее добавим? Если мы не достаем... Да, мы не достаем туда водой. Значит, вот этой водой достанем. Немножечко покошмарим противника, так скажем. Темным пацанам там делать нечего. Значит, будем потихонечку вот так приближаться к ним. В принципе, у нас других вариантов-то пока и нет. Пока мы сундуки не соберем, это будет обидно. Ага. Убегает. Странно. Так, этот еще Лизара призвал. Ага, вылазят. Темненькие. Почему я не удивлен? Ну, вот вообще ни разу не удивлен. Мне его жалко, на самом деле, кстати говоря. Он столько прожил уже, этот темный тип. А не зря ли ты это делаешь, парень? Так, 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 так. На. Я даже не знаю, что делать. Трой, ты можешь кого-нибудь призвать? Можешь. Давай тогда вот так сделаем. В принципе. Мне большой разницы типа не имеет, кто это сделает.
Сокровища. Мифрил. 2 штуки. Бум. 5 уровня, кстати, уже. Фига он там живет. Он с самого начала, по-моему, с нами. Пытаемся избавляться, короче, от кукол. 1 минута, пожалуйста. Так, ну что, продолжим. Что у нас здесь имеется? Так, 2 куклы. Сундуки мы пока вскрыли. Так. Тебя, наверное, добиваем. Угу. Так. Так, кун, давай лупи, наверное. Ага. И кого лупить-то? Блин, а что бы вот такого вытворить-то, а? Даже не знаю. Стоп, а против чего вы тут у нас? Земля-огонь. Земля. Ветер. Земля. Земля, да? Угу. Отлично, у меня есть варианты. Ну, по крайней мере, теперь появились. Одного вот этого сейчас как-нибудь окружить со всех сторон, пускай умничает там стоит в уголке у себя. А мы пока развалим вот этих ребят и еще и полутаем сундучки. Давай вот так. Не будем пока никого больше призывать. Знатно их так прошибает. Так. Трой. То же самое, давай вытворяй. Митрила очень много потратим. Очень много митрила. Ну, я думаю, ничего страшного. Малёха митрила потеряем, бывает. Минус вор. Почти минус куклы. Отлично. 3/6. Угу. Так, лакрима. Давай то же самое. Ух, ё-моё, вот это там яма сейчас. Чё-то я немножко разошелся. Яму такую большую сделал там. Ну ничего, нормально. Пойдет. Пойдет. Лизара почти помер. Так, у нас. Да, этот сходил, товарищ. Так, это Shadow. Ты пока здесь стой. Против чего ты там? Против земли тоже, да? Кун. Я понимаю то, что у тебя урона много. Но мне кажется, что магия сейчас будет посильнее. Нормально, 17 хп осталось. Так, ты, темный голем, на 2 хп всего урона нанесешь. Ты вообще на 0, да? Обидно. Уходи тогда отсюда. Ну и ты тоже тогда уходи отсюда. Сейчас я чувствую, мы это за один ход, скажем так, и закончим. Льдом. Какой неприятный. Какой неприятный поц. Ну, в принципе, главное, что он никого не призвал, уже хорошо. Эй, теньку мою в покое оставь, чудила. Сволочь, а. Все пытается догнать теньку и убить ее. Я, конечно, понимаю, что я от нее в любом случае избавляться буду, но все-таки. В этом-то бою пускай поживет еще. Так, что нам нужно? Нам нужно, чтобы хоть кто-нибудь до сундука добрался. Ага, не закончим мы это за один ход. Обидно. Хотя, подожди, почему? Можем закончить. Бачстейл, давай мы с тобой вытворим дичь. Прям дичь вытворим.
Возможно, что-нибудь из этого получится. Не, не получится. А, почему? Подожди, получится. Что я несу-то? Получится, конечно. Во. Да, отлично. Возможно, даже выйдет лучше, чем я планирую. Да, окей. Отлично. В бочках было что-то? Карте Мифрила, и все, да? Вот он, сундук вскрывается. В котором был текст. Так, сундуки же все повскрывали, да? Больше нигде ничего не осталось. Здесь вскрыт. Все, да. Да, все. Ну, трой. Давай, заканчиваем тогда этому чепушили. Жизнь ломаем. И все, и заканчиваем на этом. Эту миссию. Магия. Магия водички. Водички. Да, обычную водичку. 26, а так ты урон на сколько нанесешь? 14. Подожди. Подожди, постой. 15, мало. Кун, а ты? 25. Давай. Давай, кун. Лупи. Угу. Да-да, урон. Прям чувствуется урон от противника. Слушай, он все равно больно бьет нас. О, вообще не пробиваем. Элли, давай магию. Так, подожди. Вода. И что еще? Ветер, да? Угу, вода и ветер. Может, ветром его, а? Сдуть его отсюда. Energy Thunder. Давай. 43. О, Energy Thunder лучше звучит. Вода, на самом деле, слабые заклинания урона. По урону слабые. Ну и все, до свидания. Еще уровень, отлично. Кажется, мы обо всех позаботились. Рыцари позаботятся об остальном, вернемся назад. Как это? Не используй меня шифровщиком. В твоих мечтах, тупица. Мисс Эль, мне нужно с вами поговорить. Что? Меня награждают? Сомневаюсь. Ох, как сомневаюсь. Так, ладно, этап чист. 10 шагов потрачено. Уничтожено 20. Потрачено трое. Троих потеряли. 40 шелка, 9 мифрила, мирового дерева 0,2 текса. Окей, хорошо. Тексты — это прям то, что нужно сейчас. Раскрываемся потихонечку. Ого. Ради чего это было? Почему игнорировал приказ Римзена? Вам же сказали оставаться в штабе Виджиланс. Ну почему я? Меня считают лишней. Это не место улаживать ваши личные проблемы. Если что-то случится с тобой, твой отец будет опустошен. Это моя жизнь. Я не хочу сидеть в заперти в особняке всю жизнь. Я понимаю, что ты чувствуешь, но тебе не следовало приходить сюда. Ты ничего не знаешь. Будешь держаться подальше? Она не понимает, что такое смерть. Кун, она не думает, что это что-то значит. Я знаю, что за смерть. Мы все в итоге умираем. Вот причина, почему я не боюсь смерти. Ты не боишься смерти? Нет, моя смерть ничего не изменит. Это небольшое дело. Почему она вытаскивает свой меч? Она хочет сделать это. Что ты делаешь? Ты говоришь, что не боишься смерти. А кто-то, помогите! Она сумасшедшая! Лакай монет! Нет, не надо. Смерть, может, и ничто для тебя, но что насчет других? Подумай, что они чувствовали бы. Подумай, что твой отец почувствовал. Хватит, Лакайма. Думаю, она поняла мысль. Кун, возвращаемся. Окей. Лакайма страшная, когда безумна. Я знаю, что Элли сделала не... что сделала неверно. Но это было слишком. Следи за тем, что говоришь. Вот это. Если будет что-то в следующий раз. Вернемся в город. Лакайма не сама. Я думаю, что это утренний случай. Все еще беспокоит ее. Не было ли это слишком резко, Лакайма? Она не повиновалась приказу. Это то же самое, что не соблюдать закон. Я знаю, что ты имеешь в виду. Не только то, что она легко воспринимает свою жизнь.
Это последний раз за пределами владений. Она была очень возбуждена, дай ей передышку. Что меня беспокоит больше всего? Это то, что она не ценит своего отца. Она не думает о его чувствах. Скажи, я не права? Мне нужно твое мнение. Я только думаю, что твой подход не сработает. Трагедии можно избежать, если будь осторожным. Извинись перед ней. Ничего не получишь, храня свою гордость. Никогда. А вот беда. Лакаема, Дюран, быстро, зайдите в офис. Что произошло? Рыцари вернулись, но один из них в критическом состоянии. Наша группа хороша, тогда зачем рыцари? Которых могли ранить. Как сказал Лахима, я не думаю, что это будет... все будет хорошо. Я не умру. Я превосхожу... Лахиму? У нее есть кишки. У нее кишка не тонка. Но я полагаю... На нее. Не полагаюсь на нее. Наверное, так там было. Она смотрит на меня. Не могу выдержать этого. Хочешь присоединиться к операции завтра? Ты в своем уме, Бак? Конечно. А меня не волнует, сердита ли она? Просто прикрой ее. А почему я? Лакаима приказала защитить ее в последнем сражении. Ты грязно играешь. Нет, Бэкстейл, просто более зрелый, чем ты. Мне только 20 лет духовно. И это хорошо, Бак. Это глупая шутка? Что ты решаешь, Бак? Так, комната Лакаимы. Штаб Виджиланс, второй этаж. Я так устала. Да? Я слышал, ты спасла жизнь рыцарям. И я подумал, что должен поздравить тебя. Ты знаешь, какое это время, Бак. Мне не нужны комплименты. Ты была так наивна при встрече, когда ты стала так утомленной. Ты все еще безумна из-за того, что случилось. Мы больше не дети, мы теперь взрослые. Окей, что ты хочешь? Ты все еще остра. Но у тебя тоже есть что-то. Что-то в виду? Ты идешь первый? Нет, не иду. Кайнас Кристи. Он единственный, кого я уважаю. Я не думаю, что он оценивает это прибытие. Ты задавалась вопросом, почему я оставил тебя все позади? Нет, ну зачем ты поднимаешь все это? Я искал знания. Что это за слово вообще? Неважно. Я уверен, ты хотела знать, как сделать Картию. Когда было сделано и зачем она сделана? Картия была сделана Богом и дана нам давно. Это изделие, которое приведет нас к ответу. Вот что это. Типичные ответы святых людей. Это также знак язычников. Что насчет этого? Все движется в соответствии с планом Создателя. Ты знала, что легенда друидов была изменена пентаграммом для их использования? Такие люди, как ты, проблема. Такие люди, как ты, всегда уничтожают. Если у мира нет сущности, тут что-то не так. Нет. То, чтобы не сог... Чего? Не то. Я не согласна. Я просто работаю по-другому. Ты имеешь в виду, это не путь воина в святыне? Я воин святыни. Какова твоя цель? Ты поддерживаешь закон, но игнорируешь свои ошибки. Если это причина, по которой ты пришел поговорить... Ты нужна мне. Ты пойдешь со мной? Что? Что ты говоришь? Мам, хватит искать своего отца и пойдем со мной. Мы начнем. Я восполню последние 2 года. Я не могу. Тебе не нужно решать прямо здесь, сейчас. Подумай об этом и дай мне знать. У нас завтра утром начало. Доброй ночи. Я не знаю отца. Я не знаю его усилий. Непонятно, что происходило сейчас. Ну, да ладно. Он что-то ей предложил, что было до этого. Странно. Ладно. Давайте сохранимся.
Ну и, пожалуй, закончу на этом. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.